Отже, ми вже ознайомилися із навіть повним текстом угоди, яка була вчора підписана між президентами Байденом і Зеленським в Італії. Президент України називає це рішення історичним. Яка ваша оцінка? Яке враження, власне кажучи, від того документу, який з'явився, і антуражу, атмосфери, в якій він був підписаний? Всі звертають увагу саме на співпрацю у сфері підсилення ППО, авіації, але там, очевидно, і ще багато інших сфер і принципів, скажімо так, згадано і окреслено у цьому рамковому документі. Да, начнем давайте с антуража, потому что некоторые статьи в последнее время от Financial Times писали о том, что, дескать, сейчас отношения между Украиной и США прямо в худшей точке, что Байден лично злится на Зеленского, там не помню уже даже за что. И навпаки, и Зеленский на Байдена, и ним незадоволений. Ну, короче, розписували це як да. Санта-Барбару в барвах надзвичайно яскравих. Да. Когда я как бы читал эти статьи, я все время даже смеялся просто по одной причине. Потому что это американцы. Американцы – это лозунг «ничего личного», но это всегда так. То есть все политическое. Если мы решаем политические проблемы, значит, у нас больше нет противоречий. Не может быть личной неприязни там, на таком уровне. Об этом речь не идет. Ну и мы видели, что эти два человека не выглядели как люди, у которых есть некие противоречия. Просто они так не выглядели, прямо скажем, откровенно. Они выглядели как друзья. Как друзья. Дуже багато кадрів, де Зеленський і Байден обіймаються. Ось, наприклад, ну, тобто, ми можемо це прямо довести кадрами із цієї зустрічі дуже легко, що все зовсім не так, як це описувала раніше преса. Да, абсолютно. І Байден, який дає честь Зеленському, в общем, прямо скажем, кадрів много. Дальше. Это про антураж. Вы правы, конечно, следовало выделить. Слова «историческое». Ну, конечно, «историческое», потому что давайте вспомним предысторию. Чтобы она стала исторической, должна быть предыстория. Значит, в марте 2022 года россияне в Стамбуле от нас требовали, и это то, чем сегодня размахивает Путин якобы там договором, чтобы у нас был, значит, договор с ними, в котором будут указаны страны-гаранты нашей безопасности. И в числе этих гарантов будет Российская Федерация. А США будет всего лишь одним из гарантов. И там дальше какие-то требования, что гаранты какие права имеют. По заверениям россиян, гаранты, например, имели право запрещать Украине проводить учения. Ну, например, так, да? Вот. И теперь что проходит 2 с лишним года? У нас есть гаранты. Вот все, кто там предполагался, кроме Российской Федерации, естественно. Мы при этом, это мы с ними что-то определяем, мы с ними на равных. Они нам ничего не приказывают, эти гаранты. Не приказывают нам сокращать армию, не приказывают нам не проводить учения и так далее. То есть это настоящий договор о гарантиях, о котором мы мечтали. Мы действительно о нем мечтали, столько об этом было разговоров. А можно ли когда-нибудь, как-нибудь? Кстати, давайте честно сейчас по отношению к Зеленскому поступим и вспомним его слова в интервью Гордону в, по-моему, декабре 2018 еще года, то есть до того, как он выдвинулся официально. Но когда стало понятно, что он, скорее всего, выдвинется из этого интервью Гордону, помните, это многочасовое, которое вся страна смотрела? Я 2 раза двинулся, да. Я тоже. Значит, причем я посмотрел сразу, а потом, как только он выдвинулся, я еще раз пересмотрел. И у него там спросили про НАТО. И он сказал, ну, ему говорят, ну, там Евросоюз. Он говорит, да, Евросоюз, да. А НАТО? Он говорит, ну, может быть, не обязательно НАТО. Может быть, можно двусторонние договоры делать. Ну, например, там, он сказал, например, с Канадой, да. То есть вот он, извините, так это случайно. Я не могу сказать, что он прям так вот предсказал, но факт получилось именно так, как он сказал. Да? Получилось так, как он сказал. Вот вам набор двусторонних договоров. Которые, кстати, а дальше уже переходим к содержанию, конечно, ведут нас в НАТО. Потому что в этом договоре опять-таки зафиксирована четкая позиция, что Украина будет в НАТО, там прямым текстом это сказано, просто без всяких сомнений. А это снимает все противоречия в речах, например, Байдена, который в прошлом году говорил, что Украина будет в НАТО, а в этом году говорит, не допущу натоизации Украины. То есть были противоречивые разные заявления. Но вот сегодня четко прямо написано НАТО. Мало того, в преамбуле вот этого договора там написано, ну, преамбула она все время такая, знаете, там, подтверждая это, утверждая это, подтверждая, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона. Это еще до слов о вступлении в НАТО. То есть без безопасности Украины нет безопасности Европы, говорится в этом договоре.
Значит, надо к ней относиться как к безопасности Европы. Дальше больше там, я сейчас про политический, потому что про, вот про военные вы все упомянули. Окей, давайте чисто про политическим еще пройдемся. Политически они заявляют, что безопасность Украины, заявляет этот договор, невозможна без восстановления территориальной целостности в границах 91 года. Но это тоже очень большое заявление. Потому что все, теперь как можно говорить о том, что кто-то с чем-то кого-то уговорит подписать какие-то договоры с отказом от территории, когда отказ от территории означает, что безопасности нет, а договор говорит, безопасность мы вам обещаем. И, наверное, последнее из такого, что я хочу прямо выделить, это то, что выглядит для нас как обязательство вроде бы с нашей стороны, но мне кажется, это максимально полезное обязательство с нашей стороны. Это реформы. Потому что американцы в этом договоре пишут, что поддержать, ну там начинается с того, что поддержать эффективную программу реформ, включая укрепление там надлежащего управления, борьбу с коррупцией, соблюдение прав человека, верховенство закона. А дальше уже в другом пункте, в статье 4, по-моему, описывают, как, собственно, это будет. То есть усилить реформу украинского правосудия, внедрить там антикоррупционные меры. Ну и дальше опять идет пункт, усилить корпоративное управление, реформировать правоохранительные органы, органы безопасности, налоговые таможенные органы. Множество всего. А это означает, что они с нами будут сидеть. Вот поверьте, эти пункты они будут соблюдать. Потому что этот договор, он не ляжет под сукно сегодня. Он разойдется по американским министерствам и ведомствам. Сядет Минюст, скажет, так, наша часть какая? А, наша часть, глава 4. И к нам приедет представитель Минюста США. Ну, может быть, после войны, может быть, сейчас, не буду говорить. Договор же на 10 лет все-таки, да? Сядут так, говорят, а вот смотрите-ка, мы вот по этому пункту обещали вам помочь. Вот что мы вам предлагаем. Вот я не верю, что Украина сама в одно лицо, как мы одни не смогли отразить атаку россиян, мы смогли все-таки отразить ее при помощи еще 53 стран, так мы одни не справимся с коррупцией, с реформой административной, с реформой правосудия, сами в одиночку не справимся. А вместе с американцами и европейцами справимся. А, кстати, в договоре с, по-моему, с Британией есть такие подобные пункты, что они обязуются нам помочь вот это все победить коррупцию и так далее. Это тоже огромный позитив для нас, как мне кажется. Вчора в рамках саміту була підписана угода як з Сполученими Штатами, так і з Японією, про що ще зараз запитаємо. Але також вчора була доволі така важлива подія, і країни G7 досягли домовленості щодо використання активів Російської Федерації. Було дуже багато дискусій стосовно того, чи це взагалі можливо, як це можливо, і коли це може бути реалізовано. І от вчора прем'єр-міністка Італії Джорджа Мелоні, я зацитую, що вона сказала, G7 чітко підтвердили це зобов'язання. Я підтверджую, що ми досягли політичної угоди щодо надання Україні додаткової фінансової підтримки у розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через механізми позики, для погашення якої можуть бути використані надприбутки від російських активів. Тому це от політичне рішення, угода, воно вже є, але тепер має бути якась технічна частина того, як саме це має відбуватися. І от, власне, питання у тому, наскільки, по-перше, важлива отака от заява якраз від країн G7 стосовно російських активів, і, по-друге, як технічно можна це реалізувати і в які терміни? Значит, еще неделю назад примерно, плюс-минус, может, чуть больше, тоже какая-то, по-моему, Financial Times тоже писала такой материал, что американцы просят от Евросоюза продлить бессрочно санкции против России. То есть вот сейчас у них санкции каждый раз продлеваются на полгода. Сделать их бессрочными для того, чтобы они, американцы, в ответ могли выдать нам кредит в 50 миллиардов, без всякого G7, просто Америка выдает, под залог этих активов. Потому что противоречие ведь какое? Хорошо, они нам сейчас выдают под залог активов, а там, не знаю, через 3 месяца Европа не продлевает санкции, и эти деньги, под залог которых выдан кредит, уходят в Россию. И на этом теряется все. Значит, вроде бы этого решения же не было принято в Евросоюзе, но смотрим наш договор с Америкой. В договоре с Америкой прямым текстом опять-таки написано, что американцы обязуются не разблокировать средства россиян, которые заблокированы в Америке, до... Не просто момента окончания войны, а до момента, когда Россия оплатит все издержки по войне и выплатит полные компенсации. То же самое есть в договоре с Японией, тот же самый пункт. Причем это новое, потому что мы уже подписывали много договоров. Ну, я честно скажу, что там, например, с Нидерландами я не читал, но то, что я читал с Францией, с Германией, с Великобританией, таких пунктов не было. Это новые пункты вот в США и в Японии. И
У нас сейчас, кстати, со всеми, с каждой из стран G7 это есть договор, уже имеется в виду, есть по безопасности. И вот получается, что по этому договору они обязаны не разблокировать, пока не будет выплачена компенсация, а так как размер компенсации уже оценен всеми международными институциями, и он, ну, даже на, извините, лето 2022 года, лето 2022 года, размер компенсации составлял 600 миллиардов евро. Размер ущерба только непосредственного. То есть без ущерба для людей, физических лиц. Ущерб только государственным структурам, инфраструктуре и так далее. То есть очевидно, что вот эти кредиты, они копейки по сравнению с тем, что россияне нам должны. Соответственно, это точно можно будет забрать. Поэтому это абсолютно в результате вырисовывается, что это абсолютно реализуемая история. Но осталось ее технически оформить, как все правильно сказали. Сказал, кстати, Елисейский дворец, пресс-секретарь Макрона даже раньше, чем Мелони, об этом сообщал. Сказал, что вот сейчас мы приняли политическое решение, теперь наши менеджеры будут оформлять это, как это все оформляется. Ну, суть-то ясна. Им сейчас надо всемером, а они договорились об этом уже, просто нам об этом не сообщают, решить, кто сколько денег дает. Ну, то есть 50 миллиардов это всего, из них Америка столько, эти столько, эти столько, эти столько. Но я думаю, Америка берет на себя в такой ситуации, наверное, половину, и еще половину берут остальные страны. Ну і вчора також ще була одна важлива подія, яка була у зв'язку із безпекою Годою з Сполученими Штатами. Інші ці події було трохи менше присвячено уваги, але тим не менше вона така теж епохальна, важлива і такий великий прорив у наших відносинах з новою країною. Мова йде якраз про безпекову угоду з Японією. Вчора Володимир Зеленський також підписав таку угоду, і це такий новий великий крок у наших відносинах України-Японії. Наскільки важлива така угода, зокрема, і від наших східних партнерів, а не тільки від європейських і від західних. Ну, действительно, там ожидания были гораздо более скромны от этого договора, потому что было понятно, что Япония не может нам передать вооружений. Соответственно, все разговоры о безопасности будут крутиться вокруг чего-то другого. Я вчера подумал, когда узнал, что будет подписание, что это будет некое, по сути, экономическое соглашение. Оно так и выглядит. Хотя нет, не только. Смотрите, ну первое, это действительно экономические шаги. Например, в этом году Япония выделяет, по-моему, всего Япония выделила 12 миллиардов долларов, насколько я помню, из них 4 миллиарда в этом году уже нам выделила. Там не написано, сколько будет дальше, там нет никаких прогнозов на эту тему, но написано, на что будут давать, на восстановление, в каком виде и так далее. И второе, то, что Япония тоже взяла на себя обязательства, это вот то же самое, что в истории с США, это по нашим реформам. Причем, знаете, мне такое создание, я подряд читал эти соглашения, мне показалось, что это прям копипест, что вот эту часть под названием «То, как нам будут помогать реформировать Украину», это прям писали вместе, сидели, ну, потому что японцы будут нам помогать на равных с американцами. Ну и гарантия, опять-таки, в японском договоре о том, что они тоже, вот они же арестовали тоже российские активы. Не так много валют в мире, в которых можно хранить активы. Их всего штук 7, наверное, так навскидку можно вспомнить. Одна из них японская иена, и там тоже хранились русские деньги. Причем иена занимает, по-моему, 4-е или 3-е место в мире по вообще объему резервирования иностранцами. Вот, поэтому там тоже арестованы русские деньги. Ну и все, в общем, это экономический, по сути, договор. Потому что у них прямо сказано, что летальное оружие они передавать нам не будут. Пане Михайле, ще повертаючись якраз до угоди, підписаної з американцями, хотів би вас запитати про нещодавні заяви Трампа і наскільки Трамп зараз виглядає загрозою для того, аби подальша співпраця, яка вже окреслена, підписана і визначена вже між адміністраціями українського президента, між українським політичним керівництвом і адміністрацією Байдена, наскільки вона може опинитися під загрозою вже з наступного року, якщо Трамп виграє вибори, тому що от, просто хто з наших глядачів, може, не знає, Трамп відзначився новими ексцентричними заявами, критичними щодо обсягів оборонної підтримки України, виступав перед своїм якимось оточенням прихильників з Республіканської партії. А ще в нас є інцидент тиску на українські громадські організації і вільну пресу, зокрема платформу Text.org.ua. Там група теж республіканців-трампістів, включно з Ілоном Маском, розгорнула
цілу кампанію з дискредитації таких українських громадських рухів, які просто висвітлювали голосування і тенденції, які панують у цьому таборі американської політики, яка фактично суголосно позиціям Кремля голосує проти України, підриває українську підтримку і так далі. І чогось Ілон Маск дуже серйозно занепокоївся з цього приводу, заявив, що такі організації треба вносити до списку терористичних і забороняти їм будь-яку діяльність, в'їзд в Америку і так далі, і так далі. Тобто, наскільки вся ця когорта, скажімо так, трампістів і сам Трамп зараз виглядають небезпечними для нас і можуть, наприклад, ту ж безпекову угоду скасувати, переглянути оборонну співпрацю з Україною на наступний рік і так далі? Ну да, конечно, выглядит. Я бы не назвал это словом угрозы. Вот если Трамп, если говорить про Трампа, именно про Трампа, я бы сказал, что это риск, не совсем угроза. В чем разница? В том, что угроза – это когда ты точно знаешь, что ждешь от этого только негативного эффекта. Тогда это угроза. А что ждать от Трампа? Вот я, честно, не знаю. Не знаю, потому что, видя его стиль управления, видя его стиль речи, я понимаю, что если он становится президентом США – то это абсолютно имеет для нас непредсказуемые последствия. Они могут повернуться ровно вот прямо на 180 градусов. Может быть, он действительно, например, отменит договор о безопасности, лишит нас вооружений, ну, попытается, по крайней мере, приложить усилия для этого. Это может быть? Может быть. И скажи, я Москву сам разбомблю и разбомбить ее. Так, да. Да, вот. А вот может быть, что он сам разбомбит Москву в ответ на то, что Путин откажется чего-нибудь там делать и что-нибудь там исполнять. Спокойно может. Вообще спокойно может. У него же претензии к Байдену, вот к Байдену и к другим руководителям, любым альтернативным, не в том, что Байден там, не знаю, поддерживает Украину и воюет с Россией, а в том, что неправильно воюет с Россией, что воевать надо по-другому. Вот Трамп знает, как воевать, а Байден не знает, как воевать. Вот такие примерно претензии у Трампа. Поэтому это непредсказуемо, гадать не возьмусь. Но надо отделять Трампа и трампистов. То есть есть Илон Маск, который, конечно, не просто трампист. И не трампист по желанию. Он прямо российский агент, российский шпион. Он откровенно работает на Россию. Причем это настолько всегда выглядит весьма топорно, потому что очевидно, что сидят какие-то люди. Вот его тексты Трампа, тексты Маска, извините. Тексты Трампа придумывает Трамп. Вот это я вам точно говорю. Да? Не в Кремле ему пишут. Не войну какой-нибудь или Кириенко пишет тексты для Трампа, это точно. Потому что, конечно же, Трамп, он ну, на своей личной стороне и на стороне Америки, как он это видит. А Илон Маск на стороне Российской Федерации, мечтает о процветании Российской Федерации по разным каким-то причинам. И мы еще увидим, как он... Вот знаете, что будет следующее? Я думаю, очень важно будет. Вот он писал уже, что нужно гарантировать воду в Крым. Очень взволновало Илона Маска, что он знал, что надо гарантировать воду в Крым. Я думаю, очень скоро, просто еще раз, разочек-другой мы разбомбим какие-то переправы паромные, возможно, Крымский мост, он скажет, что Крыму грозит гуманитарная катастрофа, и надо допустить туда гуманитарные миссии, чтобы вот гуманитарными кораблями возить оружие из России в Крым. Это тоже мы до этого дойдем. Маск совершенно другой человек, точно шпион, поэтому от него мы ждем точно негатива. Ну і бачите, дійсно, ваші передбачення цілком можуть справдитися найближчим часом. Побачимо, як воно буде. Вже завершальне питання. Ми і так з часом перетягнули, але дуже цікаво спілкуватися. Завершальне питання про реакцію Путіна на те, що зараз відбувається на міжнародній арені. От група Семи збирається без Росії, це зрозуміло. Зараз саміт Швейцарії буде, якому Росія намагалася дуже активно протидіяти. Ну от і Путіна підловили за останні дні декілька разів на його акцентах, на тому, наскільки він зайнятий на міжнародній арені. От навіть журналісту нещодавно той пробував задати додаткове питання, прямо як я вам зараз. Путін відповів, каже, знаєте, в мене часу мало, за 5 хвилин важний міжнародний розговор. Я попрошу наших зараз редакторів, режисерів включити цей фрагмент, щоб ми його почули, побачили, потім прокоментуємо. Що буде за декілька хвилин, от, власне, крім того, був ще один епізод, коли Путін так само заявив, що важливі зараз переговори міжнародні розпочинаються. І все це за такий от короткий період часу намагається Путін, власне, свою вагу міжнародну всіляко підкреслити, хоча ніхто його нікуди не запрошує. І тут зараз буде питання відразу ж після цього сюжету, цього синхрону Путіна до вас, пане Михайле. З ким у Путіна міг бути от така важлива розмова, діалог, про яку він от публічно згадав? Слухаємо і дивимося.
Еще несколько коротких выступлений. У меня через 5 минут международный разговор, но 5 минут у нас еще есть. Пожалуйста. Как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать. А таких не просто немало, таких в мире много, если не большинство. Ось так, хто ще хоче з Путіним розмовляти, роботати, як він каже, і на кого натякав він у цій розмові, що в нього важливе включення, телефонна розмова міжнародного характеру? Ну, у нього є, дійсно, во-первых, у нього є БРІКС в якійсь степені, не у нього, кстати, теж є БРІКС, в якому він состоїть, і поэтому з ним там розмовляють. Ми просто недавно буквально обсуждали на цю тему, що я от посчитав, какова доля Росії в БРІКС. От є ВВП БРІКС, даже если взять 5 стран пока без остальных, так вот доля России в нем 8%. То есть Россия четвертая страна БРИКС по ВВП, четвертая, не первая. Да. Но, тем не менее, эти люди с ним общаются. И сейчас они всячески пытаются вот этот БРИКС возродить. Они проводят сейчас, например, игры БРИКС как альтернатива Олимпийским играм. У них вчера стартовали в России. Поэтому я думаю, что туда все направлено. И вообще у него две сейчас важнейшие темы. Это Си и Эрдоган, именно как контрагенты на Западе, ну, не на Западе, извините, как контрагенты снаружи от России, через которых надо что-то покупать. Ведь Россию сейчас отрезали от возможности что-либо покупать за доллары и евро. Это огромная для них проблема. И вот он сейчас уговаривает китайцев не там, соблюдать какие-то американские санкции, в том числе введенные позавчера свежие, потому что это большие проблемы. На саммите Международном экономическом форуме говорили представители бизнеса российского, что 3 месяца занимает перевести деньги в Китай. 3 месяца. Вот платеж до Китая идет 3 месяца. А после новых мер американских он может вообще больше уже никогда не проходить. И тогда россиянам непонятно, где покупать. Причем, когда мы говорим «покупать», я не про ракеты. Покупать вообще что-нибудь. Что-нибудь. Он, кстати, вот интересно, на этой неделе заявление сделал Путин. Он оправдывал Эрдогана. Он говорит, вот нам тут говорят, что у нас там на 30% снизился товарооборот с Турцией. Это, говорит, потому что все подешевело. Понимаете? То есть цены, говорит, изменились, подешевело. Но скоро цены вырастут, и тогда снова товарооборот обязательно вернется, сказал Путин. Так, ну але ще треба при тому цікаво, скільки місяців до Туреччини гроші переводити. Ну цікаво, що 3 місяці до Китаю, це на верблюдах, здається, легше довести готівку, ніж зробити такий грошовий переказ транзакцію. Пане Михайле, дякую вам дуже за цю розмову. Як завжди було цікаво і натхненно спілкуватися. Михайло Шейтельман із нами був на зв'язку.